на канале «Украина» продолжается премьерный показ медицинской мелодрамы «Надежда». В сюжете третьей и четвертой серии, выход которых ожидается 18 января, мы увидим, что новая многопрофильная клиника Игоря Гордеева открывает свои двери для приема пациентов. Среди персонала клиники окажется и врач Надежда Павлова, в прошлом хирург обычной городской больницы. Несмотря на тяжелую профессию, Надежда остается нежной и ранимой женщиной с неустроенной личной жизнью, со своими тайнами и мечтами. Четвертая серия. Кому из мужчин удастся покорить сердце Надежды? Какие отношения связывают Надежду и ведущего хирурга Стрелецкого? Кем окажется обаятельный заведующий хирургического отделения Андрей Смирнов? И какое место займет в новой клинике Александр Родионов? Премьера новых серий состоится 18 января на канале «Украина». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.